Всем привет! Это обзор LEGO и его аналогов от Калины Красной, и сегодня у нас новостной обзор. LEGO анонсировал новый набор серии «Звездные войны» под артиклом 75324, который называется «Атака темных штурмовиков». Количество деталей в наборе 166 и примерная его цена в районе 2500 рублей. Дата выхода 1 марта. Да возрадуются фанаты «Звездных войн». Скажу вам сразу, мне набор очень сильно понравился. От нового редизайна коробки до самого исполнения сцены. Фигурки здесь ну просто шикарные. У нас обновленный Люк Скайуокер. И это не просто Люк, только что сразившийся на Звезде Смерти. Это уже гранд-мастер джедай в полном расцвете сил. Радуют обновленные принты, наличие капюшона и плаща. Вопрос лишь в том, положили ему дополнительные волосы. Я думаю, навряд ли. И темные штурмовики. Их мы уже видели в наборе с крейсером Гидеона. Я рад, что сделали отдельный набор с ними, ибо покупать большой набор ради одной фигурки не кайф. Цена немного кусается за такое количество деталей, но всегда можно будет подождать хороших скидок. Как минимум можно будет купить второй набор со скидкой и полностью доделать этот коридор. Сама постройка повторяет финальную битву из второго сезона сериала «Мандалорец», где Люк под эпичную музыку пришел и всех спас. В наборе многовато наклеек, но они украшают дизайн имперских коридоров крейсера. По функциям у нас вращается дверь лифта и можно двигать фигурки для реалистичного боя. Я бы отнес данный набор к сериям дуэли LEGO, где можно сражаться с ключевыми персонажами саги. По итогу я вам скажу, набор очень зачетный, и я очень рад такому его воплощению. Сам я его возьму, как только он поступит в продажу. Ну а что вы думаете по поводу нового набора, пишите в комментариях. Мне на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем новинки LEGO и его аналогов. Всем пока!